Ну, а красноярские застройщики готовятся к грандиозной сезонной распродаже. В марте всего на один день сразу несколько компаний намерены снизить цены на квартиры в строящихся комплексах в среднем на 10%. Банки, в свою очередь, предложат особые условия кредитования. Правда, скидки коснутся далеко не всех предложений. Как все будет выглядеть на деле, узнавала Екатерина Самохвалова. Эксперты считают, что сейчас самое удачное время для покупки квартиры. Цены держатся на уровне прошлого года. Банки снижают ставки, а некоторые застройщики предлагают очень выгодные варианты. Участие в сезонной распродаже примут 9 строительных компаний и 3 банка. Застройщики скинут цены на жилье, банки снизят ставки по кредитам. В общей сложности квадратный метр подешевеет на 1-6 тысяч рублей, а сама квартира потеряет в цене от 100 тысяч до полумиллиона. Правда, участие в акции примут новостройки, расположенные в удаленных от центра районах, таких как Черемушки, Калинина, Солнечный и Мясокомбинат. Все дома еще только возводятся, поэтому застройщикам выгодно участвовать в подобных акциях. Чем больше дольщиков, тем больше инвестиций в стройку. Подсчеты показали, экономия получается не такой и большой. Например, вот в этом жилом комплексе на правом берегу скидку предоставляют только на трехкомнатные квартиры. С дисконтом и без него за такое жилье придется заплатить более 4 миллионов. В частности, вот данная трехкомнатная квартира составляет 80 метров по площади. И дома у нас будут сдаваться в чистовой отделке. То есть будет полностью готовая квартира с обоями, с линолеумом, с межкомнатными дверьми, полностью комплект сантехники. В общем, все, что нужно для проживания. Самая большая скидка будет вот в этом жилом комплексе на Калинина. Первый из 17 запроектированных домов обещают сдать в следующем году. Квадратный метр в однушке по акции обойдется на 6 тысяч дешевле. В итоге стоимость типовой квартиры снизится с 2 миллионов 120 тысяч рублей до 1 800 000. Вообще идея возникла несколько так подкрепить интерес, что ли, к недвижимости наших граждан, предложить им более интересные, выгодные условия. Ну и вообще любые акции, и в том числе марафон, поскольку он ограничен всего одним днем, мы предполагаем сконцентрировать максимальный спрос, в том числе на самые интересные, наверное, сегодня предложения строителей, которые на рынке есть. Все эти жилые комплексы с охотой кредитуют банки. Лидерами по ипотеке сейчас считается Сбербанк, ВТБ-24, а также Газпромбанк. Ипотечная ставка здесь варьируется от 11,5% до 13%. Зависит она не от срока кредитования, а от суммы. Чем она выше, тем меньше процент. Действуют в банках и специальные программы, например, «Молодая семья». Для получения такого кредита необходимо всего 10% от стоимости квартиры. К тому же, чем больше детей, тем меньше будет ставка. Есть программы для бюджетников и держателей зарплатных карт. Банк прекрасно понимает, что на сегодняшний момент ипотечное кредитование – это, так скажем, основной рычаг для покупки объекта недвижимости и готов на сегодняшний момент делать какие-то акционные предложения. Это не повсеместно, это не на постоянной основе, а, повторюсь, как акционные предложения для привлечения клиентов, потенциальных клиентов. Такая распродажа недвижимости будет действовать всего один день, 1 марта. Купить квартиру со скидкой 10%, а также оформить ипотеку на выгодных условиях можно будет сразу в 20 офисах продаж нашего города. Они будут находиться в отделениях Сбербанка, ВТБ-24, Газпромбанке. Если такая первая в нашем городе большая распродажа недвижимости оправдает себя, то в будущем застройщики будут проводить ее чаще. 2 раза в год, весной и осенью. Екатерина Самохвалова, Дмитрий Кутько, Афонтово. Новости.